Потепление принесло в Омск снегопады, осадки синоптики прогнозируют до конца недели. В среду дороги замело. Уже с утра снегопад продолжался весь день. На дорогах были заторы, в вечерние часы пик они растянулись на километры. Традиционно машины скопились в районе Ленинградской площади, на улицах 10 лет Октября и Думской. Очень медленно приходилось ехать по Красному пути, а также улицам Интернациональной, Фрунзе и Кирова. Но до 10-бальных пробок. Пока далеко, в часы пик интернет-сервисы оценивали заторы в 8 баллов.